От такого происшествия не застрахован никто. Сегодня в Иркутске на улице Партизанское дерево упало на автомобиль. Лишь по счастливой случайности никто из прохожих не пострадал. В машине тоже никого не было. Хозяин авто работает рядом, в офисном центре. В этом месте паркуется постоянно. Сейчас мужчина намерен написать заявление в полицию, рассчитывает найти виновных в происшествии, чтобы они компенсировали ремонт машины. Хорошо, еще машина стояла, на ее месте мог и человек идти, и дети гуляют, и все бегают. Сегодня не штормовая погода, чтобы так деревья просто сами валились.